Вот она. Чучело. Все, вроде откинулось. Так, вон еще снайпер сидит. Единственное, что бесит, как только в него начинаешь попадать, он начинает убегать. И приходится ждать, пока он вот... Пострелял по нему, он опять убежал. Сейчас будем ждать, пока опять прибежит. Чепушило. Так, ну одного сложил, но этого мало. Отсюда кто-нибудь выйдет? А ведь там сидят уроды. Там уроды сидят. И только и ждут. Когда ж я, придурок, выйду? Ладно, давайте будем спускаться. Тихо. Фух, ну это, конечно, я не совсем профессионально сиганул с этой вышки. Так не надо было делать. Так, вот один мудак в переходе вот здесь вот сидит, а у меня хп нету. То есть мне, грубо говоря, один выстрел. И аптечек нету, друзья. Что самое обидное. Топи, родной, топи, 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 топи. Аккуратно. Ух, да. Еще сложность делает то, что реально у нас нету нигде аптечек, то есть негде подхиляться. Грубо говоря, вот с каким количеством хп вы сюда пришли, с таким и должны бегать. Просрали? Ну, ваши проблемы. Тихо. Еще радует, что у меня хотя бы патроны есть. Хоть сколько-нибудь. Твою мать, вот он. Отлично. Фух. Так. Вон он. Скот. А мы его сейчас уберем. Если получится. Может, не получится. Шут его знает. Но вы бы знали, ребят, на каком очке я сейчас сижу. Учитывая то, что у меня хп на один выстрел. Так, на петухов внизу гранаты тратить не будем. Оба. Оба. Запалились. Запалились. В вагонах сидят. Твою мать. Вот и все. Вот и все, друзья. И вот таких вот высадок, друзья, у вас будет штуки 3-4. Минимум. Если вы проходите первый раз. Ну, пройти этот момент реально. Очень трудно. Очень. Высунься, сука. Петушиные твари. Ч
еще и стрельнул кто-то по мне. Он вроде готов, но хрен знает. О, наконец-то. Наконец-то высунулась. И его мы бахнули. Оба-на. Красавчик какой. Сидит. Точнее, лежит уже. Уже лежит. Так, друзья. Не пробегайте мимо. Дело в том, что... Да, вот здесь вот... На самой верхотуре еще петушиные гнезда имеются. Поэтому побыстрее все это делаем. Фух, отлично. Так. Нас там два... Петуха запалили. Вот, кстати, очень удобный вид. Открывается именно на вот эту точку, где вот этот снайпер сидит. Так. Где еще? Каких еще мудаков я забыл? В принципе, еще кого много. Еще, в принципе, много кого я забыл. Давайте нашим ребятам поможем. Вот, собственно говоря, друзья, для этого момента нам и давали в начале снайперскую винтовку. Спрингфилд именно для вот такой вот работы. И по большому счету, твою мать, мы ее можем сейчас себе взять. У нашего убитого бойца. И немножечко пошарашить из снайперской винтовки. Готово. Дробовик, друзья, в принципе, можете выкинуть. Он нам больше не особый помощник. В принципе-то. Так, ну еще. Где-то сидят ублюдки, которых я забыл. А вот он один. Аккуратненько спускаемся. Главное не получить звездюлей. Ходу, 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 родной. Отлично. Ух. Так, ребят. Больше нету? А то хрен знает. Сейчас я такой выйду. А в меня раз. По башке. Ну вот, в принципе, сидят упыри. Поэтому мы туда им гранатку закинем. Если остались. Ну, давайте для верности еще одну. Фух, и можем попробовать заминироваться.
Вот, собственно, тигрюня стоит. Ставим на него заряд. Отбегаем. О, аптечки. Это удачно, я зашел. Так, один танк уничтожен. Вот у нас еще один танк имеется. Друзья, будьте осторожны. Вроде никого, вроде никого. Если что, хотя бы успеем убежать. И вот самые большие, друзья, проблемы. У вас возникнут вот с этим танком. Поскольку он находится на виду у всех снайперов, которые находятся вот в этом вагончике. Вот в этих вот хижинах, вот в этих переходах. Вот здесь. То есть вот этот танк будет взорвать сложнее всего. Если вы думаете на шару все это сделать, то у вас не получится. Снайперы бьют очень быстро и очень больно. Давайте мы, друзья. Я помню, тут где-то лежал Томми Ган. Мы его возьмем вместо Спрингфилда. Оптика нам уже больше не нужна. В принципе-то. А вот ХП очень даже. Поэтому сюда сходим. Козел, ты посмотри. Говнюк. А Маузер, кстати говоря, неплох. Прям вообще здоровский. Так, друзья. Поскольку все у нас в шоколаде, можем двигать дальше. К приключениям. Не самым веселым, но тем не менее. Тем не менее приключениям. У нас тут произошел респаун. И теперь эту местность наводнили новые упыри. Что, конечно же, огорчает. Пусть и не сильно, но все-таки. Отлично. Привет, ребята. Я ужас, летящий на крыльях ночи. Нихера, боец, вот молодчик. Во, вырубил-то, а. Основная проблема союзников в игре — это то, что они очень избирательно сражаются с противником. То есть они могут положить большой болт на то, что сначала нужно зачистить всех, а потом уже идти. И оставить у себя в тылу херову прорву народа. Это беда на самом деле. Отлично. Хедшот сразу успокоил молодого человека, который думал, что он все может. Но, как оказалось, он не может уже ничего. Хотя до этого мог очень многое. Я вот, ребят, сейчас себя поймал на мысли, что я себя чувствую как... не как в мафии, а как в серьезном Сэме. Не знаю почему, но у меня именно такое впечатление сложилось.
Так. Вход еще не захвачен. Ну, давайте захватим его. По ком бьешь, боец? А, вижу. Вот теперь захвачен. Запахло Вольфенштейном, друзья. Но благо я этого бронечеловека угомонил быстро. При помощи парочки гранат и американского мата. В принципе, все удалось. Так, друзья. У нас новое задание — это уничтожить бронепоезд, который сюда приехал. У нас три задания. Это уничтожить двигатель, уничтожить орудие. Ну и, в принципе, провести зачистку и захват депо. Боеприпасы — это хорошо. Боеприпасы — это всегда в тему. Но вот опять-таки сложность нам делают бронированные пулеметчики. Их тут несколько. Так, вот, например, один из них. Твою мать. Сука. Вот говнюк. Причем они постоянно прибывают. Дадите мне заложить зарядец. Спасибо. И за боеприпасы тоже. Отлично, это я бахнул орудие. Очень удачно подобрал также аптечки. Твою налево. Твою налево. Даете вы дразда, конечно, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Только снайперов там тут не хватало. Ну, видимо, так же подумали и разработчики. Поэтому посадили одного хитрого сукана вот на эти перекрытия. Давайте, бойцы, прикрывайте меня. Я пошел минироваться. Кайф. Отлично. Осталась у нас буквально одна цель. Это движок. И он находится прямо рядышком. Прямо вблизи. Но никуда не делся и уважаемый пулеметчик. Конечно, игра умеет нам подкидывать проблемы. В этом не приходится сомневаться.
Как только мы убили пулеметчика, появились еще 5 человек. Scott Webb, commanding officer. This is the after-action report for Operation Varsity, March 25th, 1945. Landed near our designated DZ and quickly took several objectives, destroying tanks, supplies, and a massive railgun. Sniper fire was heavy, but was eventually overcome by patient tactics and well-aimed counterfire. Our company took especially high casualties after an enemy Panzerzug delivered elite troops to the fight. We must win this. Win it soon.